Всем привет! Показывает и рассказывает Злата ТВ. Подписываемся на нас, комментируем, ставим лайки и жмем на колокольчик. Меня зовут Зубенков Андрей. Поехали! Обсудим новость. В Англии хотят запретить практику заставлять игроков тренироваться отдельно или с молодежью. Немного поясню. Речь идет о случаях, когда футболистов вынуждают тренироваться самостоятельно или с молодежным составом. Да, бывают такие случаи, когда тренер или руководство, мягко говоря, не нашли общего языка, и футболиста частенько отправляют в дубль или тренироваться вообще отдельно. Отчислить или выгнать с команды этого футболиста они не могут, поэтому применяется вот такая вот практика. Так как есть контракт перед футболистом, таким вот образом клуб наказывает его. Как я к этому отношусь? Это есть, было и будет. Ты приходишь в новую команду, и есть футболисты, которые тебе не нравятся как человек. Словом, бесит своим поведением, и тренер не будет на него рассчитывать, даже если этот игрок основной обоймы. Тренер просто так не посадит на скамейку или не отправит в дубль хорошего футболиста. Но извините меня, пожалуйста, когда этот футболист не здоровается с тобой или не жмет руку, то это неуважение к тренеру, старшему, так сказать, по званию. Так что я подобную практику бы не убирал, потому что порою психованным, извините за слово, футболистам дал бы время все переосмыслить и обдумать над своим поведением на поле и за пределами. А так что? Ну, отменят в Англии подобную практику. И футболистов, будем скажем, у них будет иммунитет на это, и он будет делать, что ему вздумается. Вплоть до того, что сядет на шею. А наказать его не будет возможности. Он просто-напросто будет говорить: вы не имеете права и так далее. И тому подобное. Ну, Англия решила иначе. В общем, посмотрим, что с этого получится. Вы пишите об этом в комментариях. По возможности обсудим. Я свое мнение сказал. У меня на этом все. Пока.